поселок Броско. До Измаила меньше 5 километров осталось. Всем бросковцам привет. Ваши родные места кому-то. Мне тоже. Броско. Как тихо идет вообще. Измаил. Убрали надпись. 9 часов. Вот наша навигация. Еще советская заброшка. Начали строить в советское время. А что, не знаю. Давно я не был в Измаиле, очень давно. Не помню, когда. К небу тянется она. Всем измаильчанам привет. Вот цена в гривнах. Кому интересно, кто в каких странах живет, там уже смотрите курс. Через евро будет вам понятнее ориентироваться. Для молдаван скажу так, упрощенная схема, делим пополам. И еще чуть-чуть, ну, напополам мы получаем цену в леях.
будет такой легкий поворот. Ну, дорога прямая, скажем так. Угу. Как Хуба рассказывает, жена-то сечку знай. Выйти. Вот сейчас приближается. Наша навигаторша нам подсказывает налево. Все хорошо. Да, туда крепость Измаильская. Вот. Право стадион. Вот стадион, да. Вот кто измаильтяне. Ваш стадион. Через 250 метров поверните направо. О, хорошо. Я хочу налево. Почему? Поверните направо. А почему, дядя? Зачем мне туда идти в центр? И свет скатившейся звезды пророчества. Поверните направо. Смиренно за грехи мои приму пресечу. ДТД вокзала, но проспект Ленина был раньше. И выходим на проспект Суворова. Гостиница Измаил, угу. Разворот и направо за гостиницей. И через квартал поворачиваем на 28-й. Через 200 метров поверните направо. Срабатывает, находит другой путь. А сейчас называется проспект Мира. Куда мы едем сейчас? Правильно? Раньше была проспект Ленина. Сейчас проспект Мира. Возможно. Дядя специально через так... Через 300 метров крутой поворот направо. Это и есть проспект Мира. Дядя хочет вам показать Измаил во всей красе от начала проспекта. Спасибо большое, дядя. Слева ЖД вокзал. Вот. Крутой поворот направо. Вот, видите, ЖД вокзал, Измаил. И вот проспект Мира, бывший проспект Ленина. Измаильский. Самое его начало у ЖД вокзала во всей красоте. Измаил, город-герой Измаил. Какая красота. Проспект длинный, большой, такой прямой. И если ехать и идти, попадаем прямо на речку Дунай, да, дядя? Да.
Не, он показывает Дунай. Направо. Направо, да. И до конца. По проспекту Суворова. Да, вот я масштаб уменьшил. И вот, да. Дунай. Дунай. Показывает. В волосах серебряная просит. Будет беспокоить по утрам. Кинотеатр Украина. Вот, легендарный кинотеатр. Посмотрите, дорогие друзья, Украина. А шрифт Курлик Олд, старокириллический. Нам показывает прямо. И я рассказываю этим зрителям. Да, дядя 4 года здесь жил, учился, да, дядя? Учился дядя, видите, в техникуме. Как он назывался, техникум? Техникум механизации, электрификации сельского хозяйства. Ага, слышали? Вот так вот. Все, теперь я узнаю, вот если направо, попадаем на Дунай, да, дядя? Да, до конца. Вот. До конца, до упора. Да, Има. Има стрелка направо. Есть стрелка направо. И уступи дорогу. Вот тут я уже узнаю. Узнаю. Тут университет справа, да, Жорик? Пединститут. Вот, пединститут. Сколько метров налево? Через сколько он сейчас скажет? Вот следующий поворот нам налево. Другого не будет. Вот там. О, да. Вот тут дядя Костя жил. Вау. Вот. Тут налево. Поверните налево. Да, вот. Вот тут уже родные места. Посмотрите, вот. Да, гостиница «Измаил». Товары для детей. Интересно. Поверните направо. Вот это навигатор на Вител. Да, вот это школа, чуть как номер. 99. Школы номер. Школы номер, я не знаю. Все, мы приехали. Да. Да. Умывает ягодки кисть, виноградная лоза. К небу тянется она, собирает солнце лист, наполняет ягодки. Было время, лозу с корнем рвали, очень больно ногами топтали.
это делали не люди, люди. Но лоза их простит, не осудит. Выжигала лозу жарким солнцем, а зимой замерзала до донца. Только выжили.